Так называемый разбор полетов участники флешмоба MadCat уже произвели. Кто-то прорешал задачи самостоятельно, кому-то понадобилась помощь педагогов. Организатор мероприятия, преподаватель САФУ Ирина Харитонова отмечает, коряжемцы с работами справились хорошо, но в любом деле есть лучшие. Сегодня в САФУ им вручали дипломы отличников. Молодец, поздравляю. Эти молодые люди и девушки дружат с математикой с начальных классов, а потому флешмоб, вне зависимости от уровня заданий, оказался для них своеобразной зарядкой для ума. Например, ученик школы номер 7 Иван Квасников стал одним из лучших в самой сложной Красной лиге. За полученные знания он поблагодарил своего учителя. Сеня Татьяна Леонидовна, учитель математики 11 классов, готовит меня и мой класс к поступлению в институт, к ЕГЭ, тоже очень хорошо готовит. Самая сложная задача, наверное, была шестая. Шестая? Это была про дорогу, когда семья ехала и вернулась обратно. И нам нужно было найти расстояние. Я не помню точно какой номер, но там была про прямоугольник, и нужно было найти углы. Как в экзамене прям почти. Участникам удалось проверить свои силы, но в следующей аналогичной акции они намерены выбирать другие уровни. Все для того, чтобы ставить и решать более сложные задачи.